Что это было? Меня что-то забрало в сон. А, стены сужаются. Под стол прячусь. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть Voices of the Void. У нас с вами большие проблемы, ибо я упал от того, что у меня всего 10 еды осталось. И я не знаю, как мне с этим бороться. Во-первых, я не понимаю, куда мне идти, у меня ничего нет. Я даже не знаю, куда я дел свой квадроцикл. Ай-яй-яй-яй, что же я нажал? Напомните мне, куда я дел свой квадроцикл? Он в гараже? Ау. Или же я его в лесу потерял? И я не знаю, как решать вопрос с едой. И фонарь еще только что лишился батареек. Отлично. Что? Почему у меня пустой инвентарь? У меня не был инвентарь пустой. Скорее всего, это тоже часть галлюцинаций, ибо у меня всего 5 еды. Еще немного, и я подох. Ой, боже мой, перестаньте звуки. А-а-а! Все, опять кубарем куда-то покатился. Надеюсь, к реке. Все в порядке. Все в порядке. Есть вероятность, что это мой конец в самом начале видоса. Но что, если мне повезет, я найду настоящий бургер? Или сухой паек? Или, может быть, грибочек? И такое здесь тоже растет. 1,8 осталось. Господи, 1,8. 1,1. Ой, как быстро начинает расходоваться. 7. Блин, стой. Мы обычно еще дадут какое-то время. Вон там мой дом. Быстро встал, урод. Мы идем. Звуки. Это звуковые галлюцинации. Вон моя база. Мы катимся! Это успех. Все, вставай. Осталось только пересечь этот ручей. Давайте я лучше здесь упаду и побегу вот сюда сразу. А, так я сокращу путь. Черт, нет! Нет, 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 только не буду! Быстрей! Не смей падать здесь! Не смей падать здесь, бич! Однако мы уже возле дома, возле двери. Прекрасно. Срочно нужен сухой паёк, помогите мне! Помогите мне, ради бога, ради бога! Это не настоящий бургер, вранье все это. Где ты? Использовать! Да! Я не хочу это есть, у меня 9 всего! А он не хочет есть! А! Упал головой, об унитаз ударился. Кстати, а мы используем... А, когда мы используем туалет, у нас плюс 5 выносливости. Как же быть-то? Нам нужно заставить тебя... Есть. Итак. Угу. Активировать. Почему? Он же подключен. Ты подключена? Да подключена, конечно же. Нет... Стоп. Нет электричества. Вы ж туда чё ходили в прошлой серии? Чтобы, конечно же, подключить. Подключить электричество, ведь у меня все вырубило нахрен. А да, детка. Сейчас все будет. Открой дверь. Сколько же боли, сколько же чертовой боли я испытываю. Итак, 60 секунд, активировать. Пусть 60 секунд готовится, может быть, тогда будет вкусно. Ты урод, ты меня нервируешь. Пошел вниз. Ты грязь не упади. Все, видели, как он спустился. Блин, так много еды на самом деле, и мы не можем есть ее никак. Мы ее съели. Почему? Смотрите, батарейка. Я вижу свой инвентарь. Мой гребаный инвентарь все это время был у меня. Это последствия голода. Там еще и бургер внутри заспаунился. Мне не нужен использовать. Смотрите, дымится. О, еще бургеры. Слишком горячее. Слишком горячее, блин. Ты сволочь, если будешь умирать с голоду, жри хоть лаву, тварь. Жри хоть лаву. Могу взять. А, взять я могу, ладно. Нужно охладить в раковине, например. Я надеюсь, что я не пережарю. Охладить в холодильнике, конечно же. Давай. Охлаждай мне. Ага. Такое ощущение, как будто у меня вьетнамские флешбеки из работы в Макдональдсе. Что бургеры появляются повсюду, они заполняют мою комнату. Скажи мне, сколько еще? Слишком горячее. А вы в курсе, что у меня холодильник даже не подключен к розетке? Твою же мать. Вставляйся. Есть. О-о-о! Шарахнуло током, походу, меня. Есть. Охлаждаешься? Слишком горячее. Ладно, сейчас, сейчас все будет. Есть. Кушается. Кушается. Не хочу. Я зря ждал. Просто так. Не, ну это невозможно. Что же я должен съесть? О, квадрик здесь все это время был. Прекрасно. Мне нужны грибы. Какие-нибудь грибы любые. Здесь всегда росли возле... Это камень. Все таким вкусным кажется, когда ты голоден. Вдоль дороги растут, я помню. Это симулятор собирания грибов, в котором не могу найти ни одного гриба. Почему, когда они не нужны, я их всегда вижу? Повсюду. Я уже слишком далеко ушел от дома, и у меня ноль. Учитывая сны из прошлого видео, я боюсь представить, что нам будет сниться, если мы ляжем спать голодными. Ай.
Погодите, этот бургер может быть Ну-ка. Бургер? Это настоящий бургер! Да! Настоящий бургер, прикиньте! А этот? Ложь. Но теперь не важно, ибо мы немножко выправили ситуацию. 23 всего еды. Это очень мало. Трудно назвать это победой. Ладно, это небольшая победа, но за ней тут же следует поражение в виде того, что у нас опять отрубилось электричество. Вы что, серьезно? Пошло оно все в задницу. Я поеду на квадроцикле. И, конечно же, сканирую местность на предмет грибочков. Я прибыл! Еда есть? Покушать. Ребят, немножечко покушать. Что это? Ну вот. Начал падать. Это похоже на какие-то чипсы. Я не могу это есть, не могу ничего с этим делать. Но вот есть сухой паёк. Я не хочу это есть, он не хочет это есть. Давайте все это соберем. Возможно, однажды мы научимся с вами... Что за нахрен комок кишок? И теперь я не могу это... А, вот я могу это взять. Я могу это швырять. Прекрасно. Давай типа красим наш квадроцикл. Прекрасный красный цвет. Он не окрашивается. Слушайте, нам бы как-то надо это забрать. Ладненько, давайте потом за ней вернемся. Сейчас нужно домой. Нет. Я почему-то думал, что с квадроцикла-то я не упаду. Как же я ошибался. И он врезался в дерево и знатно покоцался. Прекрасно. Очень плохо, очень плохо. Ну куда ты уехал? Я очень оптимистичный человек, поэтому я верю, что мы найдем его однажды. Обязательно найдем его. Мы нашли его. Ладно, с тобой все равно безопаснее, чем без тебя, мне кажется. И быстрее будет. Сейчас надо просто не разгоняться сильно. Вот так, вот так. Здоровье 78, неплохо. Вот здесь отлично будет по дорожке, она ровненькая. Ровненькая местность. Мы не падаем в обморок. Пока не падаем, разгоняемся. Возможно, из-за того, что ветер мне в лицо свежий дует, я не теряю сознание. Ой, нет, только не вручай! Он там. Хорошо. Ждем, пока я упаду. Есть, теперь. Миссия по спасению квадрика. Поднять. Смогли. Вот это я силен, даже несмотря на то, что голоден. Пусть здесь стоит. Активировать все электричество, пожалуйста. Бургер? Говна кусок. Ну-ка. Нет. Я все время ведусь на это. Слушайте, у нас же есть магазин. Давайте, может быть, купим какую-нибудь вкусненькую штучку, которую мы будем есть. Еда. Тут есть еда. Пицца! Ой! Как понять, что есть деньги здесь? 40. Заказать? Нет. Ну, пачка креветок хоть. А, судя по всему, вот мои деньги, да? Даже на сраную пачку креветок не хватает. Бургер давайте купим. Есть, отправлено. Давайте, пока летит дрон, возьмем молоток и будем бить. Нам нужно понять, что в этом ящике. Ну-ка. Летит! Просто доставка из Мака в любую точку. Давай, мне просто один бургер. Кидай! Кидай! Да чтоб тебе, да дай мне уже сожрать! 31! 31! А ты бургер настоящий? Давайте раскромсаем все эти ящики. Там внутри может быть бургер или лапша. Какие-то сраные диски, я не знаю, для чего они нужны. Целая куча дисков. И немножко жрачки. Ладно, какой-то позитив все-таки есть. Теперь мне нужно каким-то образом срочно зарабатывать деньги. У меня 19 их сейчас, поэтому, долго не думая, мы закажем с вами пачку креветок. Не знаю, мне же нужен разнообразный рацион. Давайте креветок закажем. Раз деньги перепали каким-то образом, даже не понял, каким. Слушайте, у нас же задание на сегодня какое-то должно быть. Ой-ой-ой. Посылка получена. Вот, 10 очков нам дали за доставку. Ладно, и сегодня у нас задание такое. 3 сигнала уровня 0. За это 35 дадут. Потом надо проверить Виктора, Джульетту и Сьерру. Я разве этого не сделал? Давайте лучше вот это. Лима, Джульетт, Папа. И 3 сигнала. Вот давайте я это сделаю. А погодите, а это что за письмо? Получил вашу посылку, доктор Келл, но нам не хватает дисков и данных. Пожалуйста, выполните задание. Я ничего не могу сделать без полного репорта. Доктор Келл, отправьте полный отчет. Проверьте эти спутниковые серверы еще раз. Виктор, Джульетт, Сьерра. Виктор, Джульетт, Сьерра, ты тварь. Ты мразь и тварь, ты издеваешься. Самые отдаленные друг от друга. Где мой бургер? А это креветки же, да, точно. А их нужно подогревать? Давайте их подогреем. Кладись. Закрылись. Давайте секунд 30. Готово. Слишком горячо. Все, чем я тут занимаюсь, это просто пытаюсь поесть. Так, я кушаю. Кушается. Много.
Вкусные креветки! Кусти, не придумать! Сожрал! Так, в холодильничек давайте. Ставим на потом. Блин, есть! Полностью восстановился. А, как хорошо, как замечательно. Значит, он хочет, чтобы мы Виктор, Джулиет и Сьерра проверили. Итак, давайте отчет. Виктор, Джулиет, Сьерра. Но прежде чем мы пойдем туда, я бы хотел начать поиск еще одного сигнала. Нам нужно 3 отправить. У нас уже есть 2 готовых. Значит, всего лишь еще 1 нужно найти. В эту сторону, вниз. Вижу тебя. Запинговали. Начинаем крутилку. Я пошел спать. Я в гробу видал эту работу. Что-то музыка гудящая, в уши долбящаяся. Посрать, спать. Я не могу, я не понимаю. Сколько можно? Почему эта игра постоянно вышибает мне ток? Я не могу только этим заниматься, ходить постоянно. И я не понимаю, что является причиной этому. Как можно улучшить эту систему? 0.40, всего лишь 0.40. Я вообще не скипнул ночь ни разу. А, дерьма кусок. Какую же сторону у нас проблемы? Вижу. Давай, мой верный друг, поехали. О, там дрон летит. Ну и что за подарочек ты мне принес? Сухой паёк. Диск. Что? Гриб? Вкусно? Давайте я его соберу. Не могу собрать предмет. Поднять могу? Вот. А, я его вырвал. А теперь собрал. Все, это моя закуска. Ну что, погнали. Который раз мы поедем чинить сраное электричество. И, конечно же, мы едем в самую темную срань. Вот ты где. Топлива 10 осталось. Прекрасно. Еще скажите, что я не смогу доехать. Все, активизировался, урод ты. Опа! Конечно же, собрать, это же шоколадка. Думаю, надо раскромсать эти ящики. Тихо, 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 тихо. Ой! Кажется, я прогневал кого-то. Cycle 100. Было сначала написано Cycle 10, я нажал второй раз, Cycle 100 стал. Может быть, мне нужно большее количество кругов заставлять делать? Я не знаю. Ладно, неважно, просто поехали отсюда. Кстати, надо бы проверить, какие спутники не работают. Мы не проверим, потому что электричество не включил. Что происходит? Что, блин, происходит? Что происходит? Как неожиданно я доехал сюда. И кажется, вообще без каких-либо повреждений. Так, слушайте, нам бы заправить его. Вот только бы понять, как. Как-то я залил. Как я заливаю? Заливаешься? Должен быть какой-то звук. Топливо 0. Вот еще раз. Здесь 20 топлива. Подносим. Оно бесконтактно, видимо, заправляет. Проверяем. Топливо 0. А, это работает, оказывается, таким образом. Интуитивно понятно. Все. Кажется, включили наконец-таки. Теперь я пытался сигнал поймать. Так, 100% частотный фильтр. Теперь это отключаем, наверное, да? Отключаем. Переключаем только полярный фильтр. Давай полярный фильтр. 360 градусов он крутится, и ему похрен. Давайте на... О, вы дали? Нечто произошло только что. Была реакция. Ага. Есть, 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 есть. О, как он резкий. Какой резкий. Стоп! Умничка! Пошла загрузка. 0.5, пошла, отлично. Что это такое? Оно движется. О, нет, не мерцай. Не надо, блин. Гайте, использовать. А что это? Тут какой-то, как будто диск можно ставить. Может быть, поднять. Вошел. И починился. Это чинящие диски. Ну, то был фиолетовый, а это... О, он стал синим. Так это нормально, типа неуязвимо. Он никогда в жизни не сломается, походу. Видимо, в этом весь прикол. Давайте отсюда будем теперь смотреть, какие спутники не работают. SD Halal. Сервер папа не отвечает. В смысле, сервер папа нет. Ты чё? Кстати говоря, я никогда не понимал, что вот это означает. То есть явно что-то обнаруживается вот в этих точках. Раз, два, три. Здесь 3 каких-то предмета возле нашей базы. Или объекта. Пришельца, может быть? Понятия не имею. SV Pink. Папа не работает. Ноябрь не работает. Джульет, Индия. Джульет, Индия, ноябрь, папа. А также Танго и Виктор. А, ну и юниформ. Давайте выстроим себе маршрут. Папа здесь, Виктор вот тут. Их нужно вдвоем посетить будет. Сначала папа, потом Виктор. Есть еще Индия. Давайте Индию перед папой посетим. Потом юниформ есть. Индия, папа, Виктор, юниформ. Рядом с Индией есть Джулиет. И дальше идет Танго. Папа, Виктор, юниформ, Танго. И завершающим будет ноябрь. Вот в таком порядке мы должны их всех с вами посмотреть. У меня был ориентир. Слева от этой башни находится дельта. Дельта здесь. Тогда, наверное, может быть, все-таки стоит сначала на ноябрь сгонять. Потом Танго. Нет, дерьмо. Дерьмо идея. Действуем по плану. Джулиет первая. И значит, идем вдоль ручья назад. Это с нашей стороны будет Джулиет, потом Индия.
А вот и Джулиет. Джулиет, гребаная ты стерва, работай. Кстати говоря, нужно отчет от Джулии сделать. Сейчас мы сделаем. Калибруем. Хорошо, на 100% откалибровали. SD Call Juliet. Нет! Eine kleine Schweinekreuzerfolgeste! Я только начал! Естественно, это не этот провод. Это вон туда! Ну давай! Попробуем еще раз. Какой же здесь сратый... Срат. Все, на 100 поставил. На 100. Должно хватить. На 100 лет. О-о-о-о! Едем. О, блин, нет! Это не считается за урон. Это ведь не считается? Это не считается за урон. Можно падать с любых высот. О, кстати, мы приехали к ноябрю. Нифига себе. Стоп, погодите. А толку с того, что я приехал к ноябрю? Мне же нужно вернуться на базу и включить все. Но я вижу, что я могу решить. Да, мы решили, но только всем насрать на это. Черт, меня теперь ненавижу. Чуть побыстрее отсюда сползти вот так вот аккуратно. Мне пофиг на безопасность. Ну давайте, разгонимся. Я заметил, что если ты не жмешь вперед, то он пипец как разгоняется. Воу, о, спиной едем. Спиной, мама. На 180 поворачиваю. Тормози. Давай, мой дружок, я тебя пронесу. Вот такие у нас отношения с этим квадриком. Клип. Что ж, ну давайте попробуем съесть этот гриб. Угу, кажется, я вкоцался. Ну и поел. Теперь шоколадка заедим, ням-ням-ням. Теперь, конечно же, немножко сухого пайка. Что ж, получается, давайте поехали к ноябрю. Хрен бы с ним. Я уже точно знаю, где он находится. Мчу к тебе, ноябрь! О! Все, давай теперь без дерьма, я тебя прошу. Ты работаешь. СВ хэш. Наконец-таки у нас будет теперь хэш-код ноября. Откалибруем теперь его. Отлично. Ну-ка, что значит СВ таргет? Давайте на... Индия. Направим. Сервер найден. Пингуем сервер Индия. Понятия не имею, для чего это. А вот, смотрите, мы калибруем все спутники еще. Написано, что эко на 90%. Ну-ка, если SD call echo. Выполняет. Это можно делать с одной консоли все? Что ж, я большую часть откалибровал. Есть еще те, чей сервер недоступен, потому что, видимо, там все запоролось, выключилось. Поехали со скоростью, что и не снилось нам. Вот так мы перемещаемся по карте. Джулиет, наконец-таки мы можем с тобой поработать. Сразу говорить свой хэш-код и давай сразу его записывать. Белиссимо. Как раз-таки нам нужно для отчета ее. Делаем отчет. Джулиет, хэш-код. Следующая будет Индия, и она, по-моему, здесь. Это Индия. Хэш-код записали. Калибруем Индию, и осталось еще откалибровать Танго. Но он не отвечает. Танго у нас запоролся, к сожалению. Только сейчас вспомнил, что я, оказывается, записываю заметки в найденном дневнике в подвале. То есть, получается, мне вообще пофигу. Я нашел бумажку и буду на ней писать, даже не читая, что там. Ну ладно, давайте прочитаем. Мы читали про день второй, где чувак писал про кактус. А вот про день шестой мы еще не читали. Почти что прошла неделя. Я не сумасшедший пока еще, но теперь стало не так комфортно, как раньше. Я заметил огромный кластер грибов, растущих возле гаража. Я это хавать не буду. Кто знает, что это за грибы такие? Но они могут стать последним шансом на случай, если будет вторжение пришельцев. В то время, как я буду сидеть в этом бункере, запасы будут иссякаться, а я буду плакать в подушку. Они пахнут хорошо, тем не менее. Что касается работы, ничего сумасшедшего или даже скучного. Одна планета и две звезды за последние 3 дня. Хорошо. Секундочку, погодите. Я пишу SV Target. Допустим, Sierra. Компас. Вот компас посередине. Что-то с ним сейчас случится? Ай да я, ай да узнал. Итак, нам нужно идти к папе. Наверное, красная стрелка указывает на папу. О, погодите, у нас еды мало. Томблерон. Его похавал. Стрелочка ровно указывает прямо на этот спутник. И это папа. Наконец-таки я понял, что теперь делать. Как искать. У меня всегда была проблема с навигацией в этой игре. 3-й выпуск, и Евгений просек фишку. Скажи мне свой хэш, папа. 1-5-5-3-5-6-8-F. Би. Далее нам нужен Виктор. Вот он, Витяй, стоит. СВ хэш. Следующий юниформ. Еду за юниформом. А пока мы едем, я порадуюсь немножко за себя, потому что я в начале выпуска был в патовой ситуации. Но я не просто вырулил. Я еще и смог заапгрейдиться, так как я теперь знаю, что нужно делать, как искать спутники, не возиться долго в этом лесу. А также, как быстрее ехать на квадроцикле, при этом не расходуя топливо. Мы просто отпускаем управление, и он все делает сам. Так иногда подруливаем чуточку.
Тормозить! А вот и униформа. И тоже не работает. Сервер тоже не работает, тварь. Починка. Стоп. Стоп. Где моя бумажка? Где моя записная книжка? Погодите. Наверное, я выронил ее. Я не могу, я просто не могу, я угораю с себя. Это будет гребаное чудо, если я сейчас найду книжку. Есть! Она есть! Знаете что, давайте заберемся наверх, потому что там же в консоли сохраняется то, что я писал последний раз. А значит, мы увидим сразу... Что там у нас? Юниформ, да, мы увидим хэш-код юниформ. Вот и хэш-код юниформа. Окей, не так уж и сильно я всрал себе все, всю свою жизнь. Хорошо, теперь осталось только найти танго. Кстати, а че я Виктор не написал? Вот же Виктор. Вот сюда Виктор. И давайте еще на Сиеру сгоняем. А еще есть Янки! Окей, давайте гоу на танго. Сервер найден. Начинает темнеть, это нехорошо. А куда ты меня компас ведешь, если тут закрыто все? В объезд? Интересно, а почему здесь вот эта территория так ограждена странно? Окей, мы здесь. Танго, танго. Чиним танго. Танго починен. Откалибруем теперь тебя. Все. Получается? Спутники абсолютно все откалиброваны. Осталось только хэш. Танго имеет хэш-код 192. 39, 5, 8, 8 ф. Отлично. Теперь мы ищем Сиеру. Сервер найден. Тихо, тихо, тихо. Опасно здесь. Могу переплыть, интересно? Давай. Ну, есть! Становится темно и ублюдско. Однако мы прибыли к Сиере. Сиера работает. СВ-хэш. Слушайте, это последнее, что мне осталось делать. Янки, потом поеду. Я не хочу в ночь это делать. 18AD295F6C. Отчет готов! Что ж, и у меня 23 еды. Надо срочно домой валить. Отлично, мы дома! Теперь скорее, пойдемте кушать! Не хочу падать. Где наши вкусные креветочки? Слушайте, а если их чуть-чуть еще разогреть? А что случилось с моей микроволновкой? Почему она так странно? Кто ее так подвинул? Понятия не имею. Давайте на 10 секунд. А саму микроволновку чуточку подвинем. Потому что это как-то странно все это. И стол надо подвинуть. Неплохо. Мусор выкинуть. Сухой паек. Тоже пожрем. Смотрю я на все это дерьмо. Мне кажется, нужно прибраться тут. А почему я не могу открыть? О, теперь-то открылось почему-то. Отлично, накушались. Теперь давайте посмотрим, что у нас тут. Загружена соточка, сохранить сигнал. Отлично, давайте-ка прослушаем. Как всегда, омерзительно. Я даже не буду слушать это дальше, импортируем. Вот. Вот, Фелиссимо. А что у нас по отчетам тоже есть? Вырвать этот листочек. Я вырвал его? А, вот, все, вырвал. Коробка, положись. Листочек крепим сверху. Диски все складываем. Абсолютно все. Окей. Коробочка закрылась. Вот! Посылка готова. Сейчас нам за это заплатят. Значит, вызвать дрона. 14 стамины. Я, конечно же, устал, но жажда исследования сильнее. Давайте пока искать новые сигналы. Вот. Не найден. Слышите, там дрон забирает мою посылку. Сигнал. Successful. Что это? Имейл пришел. Ладно, потом прочитаем. Это, скорее всего, мне заплатили. Мне заплатили 89 у меня бабок. Еще один имейл. Оба фильтра находятся на сотке. Скачка начинается. А я тем временем должен чуть пожрать купить. Давайте возьмем еще одну пачку креветок себе. Возьмем это, лапшу и бургер. Заказ на 40. Быстро доставляй. Теперь нужно модули какие-то улучшить нам. Даже не знаю, что лучше сделать. На 49. Давайте попробуем скорость загрузки. Во! Очень быстрая загрузка. 6 байт в секунду. Не, ну явно быстрее стало. Кстати, у нас уже плывет, кажется, камера. Это мы плывем. Это наш мозг плывет. Дрон с едой летит. А я давайте пока почитаю имейл, что нам прислали. Вы провалили отчеты, доктор Келл. Задача на сегодня. Вы должны принести нам эти сигналы. 3 сигнала нулевого уровня. Также нужно сделать Ромеро, Дельта и Эко. У нас, благо, есть Дельта. Есть Ромеро. Ага, у нас еще нету Эко. Мы не знаем Эко. Пишем сюда Эко. Нужно будет... Обязательно это все дело выяснить сегодня, завтра. И информация о ежедневном задании. Хорошая работа. Все просто эко. Завтра мы сделаем эко, когда проснемся. Тем временем у нас всего 5 стамин. Мы можем съесть? О, едим, отлично. Тогда уйди отсюда, вот так вот сюда. Я сейчас быстренько погрею. На 30 секунд, что ли, активировать. Еще 4 стамина есть. Я немножечко потерплю. Я потом лягу спать. Почему холодильник не закрыл? Почему я не в туалет не сходил?
Что это? Что это было? Меня что-то забрало в сон. Как же я обосрался. Бургер вместе со мной. Он очень горячий. Где я? Это явно не сон. Это галлюцинации. О, какое эхо здесь адское. Ребят, я хочу отсюда выйти. Какое все плавненькое. О, стены сужаются. Мне это не очень нравится. Черт, как мне спастись-то? Я не знаю, что это. Господи! Может, тут есть кофе, я выпью и проснусь. Под стол прячусь. Где мой сраный бургер? О, все, мы можем его есть. А теперь быстро спать. Только я думал, что эта серия будет ровненькой и скучненькой. Оказалось, нет. Как же я пересрал сейчас, когда эта штука появилась. Я настолько не ожидал этого. Для меня было все устаканено. Страшные вещи могут происходить только когда я ложусь спать. Ну, типа сны всякие. Но что, оно просто заберет меня из реальности в сон. Опа, слышу, дрон летит. Наконец-таки я проснулся. Надо выключить свет. Мне кажется, если мы выключаем свет, то все гораздо дольше работает. Тем временем у нас полная загрузка. А значит... Сохранить сигнал. Чуть-чуть послушаем. Лучше бы я это не слушал. Импортируем. Готово. Сразу ищем новый сигнал. Вот ты маленький говнячок. Пожалуйста, фиксируйся. Есть. Загрузка пошла. Итак, нам нужно найти эко. А, эко обнаружен, и он вообще очень близко. Мы можем даже пешком туда дойти. Что это было? Что-то явно было. Был какой-то звук. Вот это что-то пронеслось рядом со мной. Какая-то птица огромная. Эко, ты, ублюдыш. Быстро говори свой код. Нет времени. Код говорит тварь. Паскуда. И мы вбили код. И все окей. Давайте посмотрим, как работают все наши спутники. Откалибруем дельта. Не отвечает. Итого у нас не работает дельта, фокстрот, Чарли, Гольф. И все. И не хватает нескольких спутников, которые я не записал. Но запишем их по мере необходимости. Сейчас же нас ждет уборка. Жопу эту уборку, мне и так нормально.